Мороз и солнце – день чудесный и подходящий для того, чтобы своевременно вывести снег. Только на улице Неверова работают 5 спецмашин и почти 2 десятка рабочих. В прошлом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участок от улицы Герцена до Ярославской отремонтировали большими картами. Заменили более 1,5 километра асфальтового покрытия. На площади свыше 17 тысяч квадратных метров выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев толщиной от 5 до 7 сантиметров. Обновили 85 люков инженерных коммуникаций, причем ремонтировали участок, не перекрывая полностью движение личного и общественного транспорта. Теперь тщательно следят за содержанием дороги в зимнее время. Жители отмечают, после ремонта передвигаться здесь стало более комфортно, дорога ровная и качество уборки заметно улучшилось. Сотрудники благоустройства стараются, все заявки выполняют. Мы постоянно следим, мониторим. Смотрим за тем, как они убирают. И если что-то они не успевают, конечно, звоним, подсказываем, даем адреса дополнительно. С начала зимы только с улицы Неверова вывезли почти 2000 тонн снега. За минувшие сутки с улиц города убрали порядка 9,5 тысяч тонн. Израсходовали более 100 тонн противогололедных материалов. Особое внимание во время очистки уделяют тротуарам и остановкам. Производится обработка противогололедным материалом тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Сделано для того, чтобы добиться расчистки до покрытия. Помимо этого, силами МП благоустройства выполняется комплекс мероприятий по расчистке и расширению проезжей части, раздвиганию снежных валов с пешеходных переходов и с остановок общественного транспорта. Собранный снег вывозят на полигоны. Расчистка снега и обработка территорий в Самаре продолжается. В дневную смену в уборке задействовали 428 человек и 224 спецмашины. Все работы на круглосуточном контроле ответственных служб. Если появляются замечания, выписывают предписание. Срок на устранение – 1-2 дня. Мария Левина, Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.